Всем привет, с вами Андрей и Наташа, и мы на канале «Тихая реакция». Что мы смотрим-то? Да, и сегодня мы смотрим Mortal Kombat 1, Chaos Regents, надеюсь, правильно произнес. В общем, геймплей Сайракса. Снова Mortal Kombat 1. Да, у нас плейлист, напомним, есть отдельный. Там, наверное, уже штук 20. Ну, я точно не помню, но может быть. И мы продолжаем традицию того, что мы следим за этой игрой. И сейчас будет, я так понимаю, полусюжетный, полугеймплейный трейлер за одного из легендарных персонажей, который изменился. То есть раньше это был мэн, а теперь вумен. Причем два мэна это было, а теперь две вумен, но кроме этого изменение такое, что раньше это были прям киборги, то есть это роботы были полностью, а теперь это люди в костюмах. Железные человеки. Да, железные человеки, железные вумен получается. Ну да. Iron Woman. Ну давайте не будем затягивать и сразу посмотрим. Я только скажу про наши социальные сети, такие как Телеграм-канал, в котором мы постим дополнительный контент в виде отзывов, и Бусти. Там тоже есть бесплатный контент, но вы можете нас и поддержать. Да, нет, но у нас там уже есть один человек, и мы в шоке. Да, кстати, один человек платно подписался, огромное тебе спасибо, и еще двое, которые следят тоже на Бусти, тоже подписчика. Да, там можно бесплатно следить. Огромное наблюдатели, вам спасибо, наблюдатели. Что вы там есть. Честно говоря, мы в шоке. Да, вот. Мы продолжим там выкладывать и бесплатные видео, и платные, и так далее. Вот. Так что следите. А еще, если у вас лагает YouTube, вы это не разрешили никак, у нас есть другие соцсети, это все ссылки в описании добавлено. Да, да, да. Я думаю, приступим. Where are you? Over here. Ого. For unseen attacking from a distance, there are rules. We have found Kuai Liang and his Shirai Ryu. They gather at the Wuxi for his wedding. Attack his wedding? We may win the battle, but find we lose the war. No one will respect us. Better to be feared than respected. Oh, hell no. We are not doing the Red Wedding. What? Season 3, episode 9. Люблю. Прикольно. How long have we known each other? That you could ever believe I... You vanished without explanation. The hand, my grand master, gave me one. You blame me for your actions? Трек прикольный. Да. Wrong, thinking you worthy of that armor. You are my instructor and my commander. Don't confuse that with being my superior. My speed and skill are beyond you. Finish him. Да, прикол с животными. Это новая фишка теперь будет в конце. Да, кстати, об этом подробнее в прошлом видео. Видео, да.
где мы делали реакцию. Ну, вообще забавно, всё, что они последние трейлеры делают, помимо того, что драки, еще и такой мультик сюжетный, немножко разнообразно, потому что мы до этого столько много смотрели трейлеров по Mortal Kombat, в какой-то момент они стали очень однотипно, только разные персонажи. То есть просто нам показывают персонажа, как он дерется, его удары, да, они разные, но в целом одно и то же. Ну, концепция трейлера одна и та же. Но тут фишка в том, что это как бы сюжетное дополнение, и там будет отдельный одиночный режим, и поэтому есть какие-то кадры, и они поэтому их вставляют, чтобы одновременно рекламить еще и сюжетку. Ну да, да. И поэтому... Ну, мне как бы больше это нравится. Ну, тут да, тут больше какого-то такого нарратива, музычку еще какую-то добавили. То есть были менее удачные трейлеры, и тут они сохранили... классику, там, в общем, один робот желтый, он такой больше морально справедливый, и другой красный, он так как бы за клан, за то, чтобы выполнять задания и так далее, и они конфликтуют друг с другом, это всегда было, просто теперь это две black women, вот такие. Но за доп-контент платите деньги. Ну да, и причем там, кстати, немалые деньги, то есть там это как отдельная игра стоит, поэтому это премиум ААА контент. Если бюрократия. Хотите. Бюрократия? Что еще сказать? Ну, не бюрократия, это скорее капитализм. Капитализм, да, 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 да. Так что... Вот такой вот Mortal Kombat, вот такой трейлер. Пишите, вот да, что вы думаете. Мы просто видели, что кому-то не понравилось, что поменяли по персонажам. Да. Нам даже писали, человек, что все понравилось, кроме этого. Такое есть мнение, что вы думаете. Единственное, в конце, я помню, в других трейлерах они вставляли лица персонажей, которые будут в будущем еще, а тут они не ставили. А напомним, что будет Терминатор, Конан Варвар. Это мы ждем. Крик там был, по-моему. И Крик, да-да-да. Это мы ждем, эти трейлеры 100% будем смотреть, а вы ожидаете. Ну, в общем, все, пишите в комментариях, как вам, ставьте лайки, подписывайтесь на YouTube, Telegram и Boosty, нам будет приятно. Всем пока! Пока!